Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 64, урок 64, exercise 8, упражнение 8. Прочитай и отгадай загадку. Ant has a pad. It is not big. It can't swim or skip. It can sing. It is black and red. It likes corn. Ant has a pad. У Ant есть домашние животные. It is not big. Оно небольшое. It can't swim or skip. It can sing. Оно не умеет плавать и прыгать через скакалку. Оно умеет петь. It is black and red. Оно черное-красное. It likes corn. Оно любит зерно. Итак, несложно догадаться, что это петух. Cockerel. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.